относятся? Где ваши книги взять, спрашиваю? Знаешь, книг очень много на все темы, в том числе включая молодежь. У нас представители ЦПМИ должны быть. И сюда, где они? Ну где он? Кто? Поднимись сюда. Вот Виталий Чиполыга, он руководитель аппарата Центра поддержки молодежных инициатив. Вот сюда встань. Это переулок Просвирина, дом 8, метро Чистые пруды. Пожалуйста, в любое время, с 10 утра и до 10 утра, без выходных, это центр ваш. Для молодежи Москвы. Делайте, что хотите, кроме насилия. Значит, наркотики и убивать нельзя. Все остальное можно.